атаковали гораздо больше, но КПД их атак в этой игре был несравним с динамовским. Сметанина самарцы пробили лишь раз, да и то перед ударом мяч попал Макееву в руку. Гол не защитом. В конце игры контратаки забил Черышев. Динамо победило 2-0 за счет почти 100% реализации моментов. Первый тайм тяжело, конечно, было с ними соперничать, но все равно...